Как? Я очко получил. Засмеялся, проиграл. Добро пожаловать, попробуй не засмеяться. Тяжелый режим. Мы что-то подобрели друг друга и очень легко смеемся, так что, знаете что? Мне кажется, пора повысить сложность. Тяжелый режим работает так. У каждого по 6 очков, потому что нас 6. Если ты выступаешь и смешишь, получаешь очко. Не смешишь, теряешь очко. Когда ты на стуле, если ты смеешься, ты теряешь очко. Если не смеешься, ты получаешь очко. А победитель получит козий трофей. Она не говорит. Она говорит... Если вам нравится «Засмеялся, проиграл» и нравится смеяться, то подпишитесь на канал, потому что мы заставим вас смеяться каждую неделю, детка. Кит! Хот-дог! 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 Ты узнал, кто я? Я Фил Коллинз. Это Фил Коллинз. Проваливай. Со своим очком. Номер 25. Я здесь. Привет. Я выиграла на конкурсе лопат. Ты серьезно? Забавно. Фермер Кейт. Вот молоко, которое вы просили. Ты у меня всегда выпрашиваешь молоко. Не понимаю, зачем тебе это молоко на пироги, когда пироги тоже есть. Все только и хотят, что от меня молока. В чем вообще дело? Как? Я очко получил. Это все, что я хотел. Я только очко хотел. Ну ничего, я у тебя еще его заберу. Прошу встать, судья. Идет судья. Пожалуйста, садитесь. У тебя получилось, Томми. Ты ж так и задумывал. Погодь, ты ж прям так и хотел сделать, да? Да, знаешь ли, у меня тут выбора особо-то и нет. Я только так и могу сделать. Я даже не понимаю, почему ты начал во мне сомневаться. Но! Да, я гоняю на Бёрнингмен уже последние лет 10. И, короче... Отстой, чувак, я и мой парень, мы пытались, короче... Да? Сделать что-нибудь. Простите. В моем доме вообще срочно. Нет, да слушай. Простите, я... Да, слушай. Простите. Ну и вот, короче, когда мы первый раз туда поехали... Простите, но я правда просто кофе хочу заказать. И старший брат. Мама сказала, что время нашей обычной 30-минутной игры со старшим братом. О, ты уже все. О, круто. Я хочу поиграть в покемонов. Черт, ты пловец. А я буду героем. Блин, боже, я вообще не думал, что она сломается. О, прости, старший брат. Спасибо большое, что разрешили мне прийти на детское ТВ. Меня зовут Обесим, я очень волнуюсь, я буду вести передачу на детском ТВ. Поиграй со мной. Мне мама сказала, что я могу принести 3 мои любимые игрушки, я принесла. Это первое, потому что у меня большой мозг и очень удивительно огромный IQ. И вот посмотрите еще. Он еще и светится. Вторая моя любимая игрушка — это вот эта маленькая трубочка моего папы, которую он держит под кроватью и думает то, что я о ней не знаю. Но он пока занят разводом и грязными разбирательствами в суде с моей мамой. Многие люди считают меня странным, но... Бог благословил меня лишним 5-м выменем. Черт, я имел в виду выменем!
Эй, привет! Я знаю, что все мы здесь собрались, чтобы провести хорошо время в океане. Меня дошло. Почему это так тупо? Так тупо! Оливия! Эй, мелкая! Мелкая! Ты не хочешь купить себе бутылочку кое-чего белого? Посмотреть на подарок от фермера? Слышала кое о чем на М? Про сок из вымени? Про фермерский сачок? Про шампусик со скотного двора? Эй, а сколько тебе лет? Тебе сколько вообще лет? Боже, ненавижу это. Быть дочерью Джейсона – полный отстой. Он убивает всех моих друзей. Он так странно любит меня. Рад вам представить, Леди Гага. Когда флаг развивается. Все хорошо. Как дела? Привет. Я Виктория, прям как королева. Если тебе в жизни что-то надо, то просто иди и возьми это. Ну, типа, если тебе что-то нужно, то просто идешь и берешь. Понимаешь? Ну, типа, просто идешь и берешь. Что-то всех не доходит. Это, ну, типа, это даже если ты в холостяке. Это было очень и очень клево. Спасибо вам всем. Кортни, 9 очков. Дэмиан, 9 очков. Кит, 3 очка. Ноа, 3 очка. Оливия. Близнецы! Оливия, 3 очка. О, нет, Томми, у тебя нет очков. О, Томми последний. А, не-не-не, у тебя 9 очков. Томми. Короче, Томми, короче, недавно я проснулся посреди ночи и увидел, как там началась очень странная реклама. Я снять ее нормально не смог, потому что, ну, телефоном неудобно. Ну и телефон у меня разъебанный, я на него слишком много порно смотрю. Но, что за черт? Ну, я смог хотя бы звук оттуда записать. От того же уебка, который дал тебе кукурузные грудки. Представляем? Кукурузные груди! Они такие же, как кукурузные грудки, но намного больше. Кукурузные груди, съешьте их. Засунь их в микроволновку и порадуй себя кукурузными грудками. Когда нужно сытно перекусить или посмотреть большой фильм, вы даже можете носить их с собой и наслаждаться ими там, где захотите сами. По небольшой цене в 999.76. Да, вы правильно меня поняли. Кукурузные грудки всего за 2.599.85. Доставка не входит в стоимость груда. Чел, это было странное дерьмо. Я после этого вообще заснуть не мог. Я все думал, а не мог бы ты просто, блять, засмеяться? Ты что? Как было тяжело. Сын, ты не хочешь пояснить о том, что я нашел у тебя в комнате? Как ты вообще научился ими пользоваться? Великолепными норвежскими бобами из ростков. Именно. Как ты научился ими пользоваться? Где ты их вообще нашел? Я думал, что нормально тебя вырастил. Но это... Салют. Когда флаг развивается. Гамбургер, хот-дог, гамбургер, хот-дог, гамбургер, хот-дог. Да. Так ты идешь или что? Я не знаю, это от кого? DC. Мне кажется, больше Marvel персона. Но мне кажется, что... Там будет много больших волосатых мужиков. С
Сексуально. Окей, ладно. Будет много любителей мужественности. Да, и стариков. Что это? Да, будет много старых исторических портретов наших президентов. Да, я буду. Заедешь за мной? Да, я прискочу на своей борзой. Хорошо, до скорого. Давай, буду часов через 11. Ладно, я тогда тут подожду. Тебя. Время! Ты куда собралась? В Вашингтон. А вот почему DC. Представляю вам. Электро! Дэмиан! И следующий, на нашей стендап-сцене, где ты не захочешь быть, какой-то парень. Эй. Окей. У кого-нибудь есть дети? Есть дети, да. Вот молодой человек, может, у вас есть ребенок? Дети сумасшедшие. Как мой ребенок? Мой ребенок, он шиз. Дети же сумасшедшие. В одну секунду он говорит то, что пол – это лава. А в следующий он кровью измазанный какую-то кость грызет. Дети сумасшедшие, просто шизы. Иногда я тоже такой. Вот интересно, как я сюда попал, как я тут оказался? Может, мой дружище дьявол помог? Ну, после той автомобильной аварии. Но, чувак, автомобильные аварии сумасшедшие. Время! Мне кажется, это можно считать. Я издал ехидный смешок. Гудка же не было. Моя голова! А где моя голова? О, нет! Остановитесь. Окей, это английская машина. Вы понимаете, почему я вас остановил? Да, я, кажется, понимаю. У меня завтра свадьба, и мне очень нужно на нее попасть, так что, может, вы хотите немного? Детка, брось, просто вернись ко мне, ты чё ты? О, малыш, чё я буду без тебя делать? Ну, в смысле, ты... Стеклоочиститель для моего сердца! Ты ягодка на моем торте, малыш! Чё я буду без тебя делать? Ты ж моя... Я двое штанов ношу для тебя, малыш! Ношу эту цепь и две рубашки только ради тебя! Верни меня! Я закончу, короче, ты мне все равно не нужен, ты некрасивый. Знаешь причину, по которой я тебя остановила? И нет. Хоть я очень привлекательная, я не... экзотический танцор. Но почитается с комплимент. Но ты мне дорогу не переходи, а то закончишь, как этот парень. Это закончишь. Как этот парень. Не, я шучу, знаешь? Ты очень милый, я ценю твое... Ну, короче, я прям химию чувствую. Ты заставляешь меня просто чувствовать себя... Время еще раз проверить счет. У Кортни 9 очков. У меня 11. У Кита 3. У Нова 1. Оливия с 3. И у Томми 9. Что говорит нам о том, что Кит, Нова и Оливия нам очень помогают. Это правда, чистая правда. Кортни! Гутен так, гутен так.
так, гутен так, я сказал сегодня. Гутен так, гутен так, гутен так сказал тебе. Играй в никуда, йодель. Играй в никуда, йодель. Дайте мне мою маленькую сестру, которую зовут Хайди-ху. Всем привет, очень рад, что вы сегодня смогли сюда прийти. Меня зовут Дай-5, и я хочу спеть вам сегодня. Ты смеялась? Я не буду продолжать это дерьмо. Чё за хуй? Это Энне. Меня зовут Костяной. Я полон костей, слишком много костей для одного тела. Юная леди, я от вас такого вообще не ожидал. Где ты научилась пользоваться этим? Кружка с надписью «Дива». Элизабет Тампекс, идите в свою комнату. Эй, ребят, всем привет. Эта песня посвящается всем сексуальным девушкам, которые думают о чем-то умном, когда занимаются любовью. Я... Ладно. Мне пора. Что? Хорошо, все готовы? Но, два очка. Хорошая работа. Номер два. Мое любимое число. Четыре очка. Большая четверка. Оливия, четыре очка. Кортни, четыре очка. Томми с десятью очками. А лидирует Дэмиан с двенадцатью очками. Вы только гляньте. Этот потрясающий трофей, спасибо большое. Я это очень ценю. Итак, если мы сделаем еще один такой эпизод, тогда победитель вырвет статуэтку Эдемина и станет новым чемпионом. А пока, поздравляю. Спасибо большое. Спасибо, для меня это большая честь. На самом деле, здесь все выиграли. Любим вас, ребята, у нас есть еще два видео вот здесь по бокам. Они очень смешные, обязательно посмотрите. Верьте мне, можете даже заценить. Можете зайти туда и глянуть, смешные ли они. Вам они понравятся. Че, как себя чувствуете? Отлично. Это было весело. Я думаю, что они оба смешные. Ну, я был смешной. В моей жизни. Отлично.